Но мы продолжаем опрашивать казахстанцев о готовности их принять участие в предстоящих выборах. И вот сегодня их мнение наша съемочная группа записывала на западе Казахстана, в городе Уральске. Я обязательно пойду на выборы, потому что это наше будущее. И я думаю, что мой голос, он будет важным в выборе достойных депутатов. Я ожидаю, что у нас будут позитивные изменения в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы. Я думаю, что у нас все будет хорошо, жизнь улучшается. Хотим изменения, чтобы какие-то произошли в городе, чтобы люди, которые пришли, они болели за город, за его дела, то есть чтобы город процветал хотя бы. Поэтому долг как бы обязательно проголосовать. Казахстан, родина, здесь наши предки, поэтому нам не безразлично. Хотелось бы, конечно, чтобы пенсионный возраст, естественно, уменьшился. Ну а так мы благодарны президенту за то, что пенсии нам, как говорится, периодически поднимают. Приятно.